Лизинг – это долгосрочная аренда с правом выкупа. Объектом лизинга может быть движимое имущество, оборудование, техника, средства вычислительной техники, транспортные средства или недвижимость – здание, сооружение. В России лизинг позволяет применять ускоренную амортизацию. Возможно перераспределение сроков уплаты НДС. В договоре лизинга три стороны. Лизингодатель, лизингополучатель и продавец лизингового имущества. Кто такой лизингодатель? В данном случае это как раз лизинговая компания, которая предоставляет оборудование лизингополучателю. А продавец лизингового имущества – это тот, кто его предоставляет лизинговой компании. Чтобы, в отличие от аренды, гарантировать нам качество оборудование, качество того, что мы получаем. С точки зрения документального оформления, здесь часть рисков на себя берет лизинговая компания, и для предпринимателей это более выгодно. Вы можете взять в лизинг, на самом деле, иногда даже что-то новое, да, и впервые начать пользоваться там, этим оборудованием или каким-то объектом и иметь возможность права выкупа. Вот это основное отличие лизинга от аренды. В чем также выгоден лизинг для компаний? Это возможность не брать на свой баланс это оборудование, точно так же, как и для аренды.